Настольные игры, шахматы и шашки развивают остроту и ловкость ума. Логическое мышление учит предугадывать ходы и строить стратегию. Детская юношеская спортивная школа «Белая ладья» регулярно проводит турниры для желающих утолить жажду азарта и просто получить удовольствие от игры. Уже в 19-й раз в нашем районе проводится всероссийский фестиваль по шахматам «Славянская ладья». На праздник шахмат в Славянск на Кубани приезжают шахматисты из разных уголков нашей страны. В этом году у нас проводится уже 19-й фестиваль «Славянская ладья». В следующем году будет юбилей, 20 лет уже, как этот турнир у нас проводится. Хорошо отметить, что он у нас традиционный. Вот, в августе месяце мы всегда проводим этот турнир. Всегда массовый. Очень много у нас здесь молодых талантов присутствовало. В этом году в фестивале приняли участие 82 шахматиста. Среди них как профессиональные, так и начинающие игроки. Самому юному всего 6 лет. Но несмотря на возраст участников, каждый играет на высоком уровне. Георгий Филатов приехал в наш город из Краснодара. В его копилке уже немало достижений. Одно из самых значимых – победа на чемпионате Краснодарского края в 2014 году. Ну, я начала играть, когда мама мне на день рождения подарила шахматы и научила играть. Мне это очень понравилось, и я попросил маму отправить меня на секцию, где я начал свою карьеру. Вот и на этот раз Георгий с соревнований без медали уезжать не собирается. Фестиваль продлится до 14 августа. По итогам будут определены победители в каждой возрастной группе. Шахматы по-прежнему пользуются популярностью среди детей и взрослых. А значит, этот вид спорта никогда не потеряет свою актуальность. Надежда Калинина, Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».